Приветик от Мигелы. Сейчас покажу мой любимый прикол. У меня руки белизной пахнут. Сейчас будет матюкаться. Шипит. Сейчас поближе покажу. Вот так, говорит, могу. Тут хрен подлезешь к тебе, солнце мое. Иди оттуда. Ой, говорит, страшно, капец, вообще. Чтобы было понятно, она меня пугает. Вот так вот, говорит. Шипучка. Вот так могу. Надеюсь, это слышно. Просто мне реально сюда неудобно подлезть, чтобы поближе поснимать. Ну, в принципе, она почти не открывает рта, когда шипит. Это я вот так вот дотрагиваюсь. Это вообще закошмарила хозяйка. Это то, как раз о чем я говорила. То есть руки надо мыть перед тем, как брать змейку. Она может не узнать запах и испугаться. Вот что, собственно, сейчас и произошло. Руки сейчас помою, и шипеть перестанет. Вообще ужас, да? Ужас ужасный, кошмар кошмарный. Да. Рассказывала и сделала открытие, что на палочке они шикарно смотрятся, а на руках как бы расползаются, и на палочке кажутся больше. Если на фоне ладони не показывать, так прям вообще гиганты, да. Красотка Мигела. Вот такое солнышко. Вот такая девчонка растет. Да, серьезная такая. С Эйфелевой башней на глазу. Или как звездочка. Там кому что примерещится. Красопета. На фоне руки, конечно, размер не такой солидный, кажется. Вот. Ребенку 8 месяцев. Вот такая девчонка. Красотка. Это что такое? Что случилось? Куда меня достали? Вот такая. Красавишна растет. Да. Вот такое чудо природы. Прелесть. Язычок темненький. Девчоночка. Ух. Рынк вообще шипит так очень редко. Сейчас попробую его страшным запахом прикошмарить. Ой, говорит, капец. Ну-ка, чужие руки. Страшно? Ой, так, это я лучше свалю. Какое там шипеть? Тут текать надо. Караул, кошмар. Ужасть. Стой, солнце. Не, это девки деловые, а я лучше свалю. Вместе с палочкой. Да. То девчонки умеют шипеть, а я скромняшка. Парень, куда там шипеть, скажи? Это лучше бегством спасаться. Это надежней, да, чем матюки вот у всякие в змеином исполнении. Красавчик. Все, не буду тебя обижать. Не расстраивайся, все. Хороший пацан растет, спокойный. Таки на палочке вот так мы держаться можем. Вот так вот. Классно прям вообще.
Во всей красе. Да. И сейчас покажу на фоне руки калибр, так сказать. Что, а там некуда ползти, да. Ты туда не доползешь, далековастенько. Не, ну попытка не пытка, конечно. Ну-ка, ну-ка, пробуй. Сейчас я, сейчас, скажи, сейчас. Не, солнце, ты упадешь, не надо. Парнишка поскромнее и поведением, и размером. Так что вот такой мужчина у меня растет. Да. Красавчик. Что, туда тебе? Вот прям позарез надо. А я думаю, не, не надо туда. Угу. Ну, сейчас, когда тянусь. Да, они умеют высоко подниматься. Мышцы позволяют физкультурой заниматься. Красавчик. Вот такой ребенок. Мужчинка.